конденсатор емкостью C1 зарядили до напряжения U1 500 вольт. При параллельном подключении этого конденсатора к незаряженному конденсатору емкостью C2 4 микрофарад, вольтметр показал U2 равное 100 вольт. Найдите емкость C1. Для начала запишем дано. Напряжение U1 равняется 500 вольт. Емкость конденсатора C2 равняется 4 микрофарад. Переведем в фарад. Это 4 на 10 минус 6 фарад. Напряжение U2 равняется 100 вольт. Найти емкость конденсатора C1. Емкость конденсатора C1 неизвестна. Напишем формулу заряда конденсатора. Заряд конденсатора Q равняется емкость конденсатора умножить на напряжение, на U. Эту формулу нужно знать. Воспользуемся законом сохранения заряда. Заряд в начале, Q1, это заряд первого конденсатора, будет равняться Q1' плюс Q2'. Это заряды первого и второго конденсатора после параллельного соединения. Рассмотрим заряд первого конденсатора. Q1 будет равняться емкость первого конденсатора умножить на напряжение в первом случае. Q1' будет равняться емкость первого конденсатора умножить на напряжение U2. И заряд Q2' будет равняться емкость второго конденсатора умножить на напряжение во втором случае. Напряжение на конденсаторы при параллельном соединении одинаково. Подставим наши заряды в ранее написанное выражение. Тогда у нас получается емкость конденсатора C1 умножить на напряжение U1 равняется Q1'. Это C1, U2 плюс Q2'. Это C2, U2. Перенесем C1, U2 через знак равенства. Тогда у нас получается C1, U1 минус C1, U2 равняется C2 на U2. Заметим, что мы можем вынести общий множитель. Вынесем. Тогда у нас получается C1 умножить на скобку. От первого слагаемого остается U1, от второго минус U2. Все это равняется C2, U2. Выразим отсюда емкость конденсатора C1. Тогда емкость конденсатора C1 будет равняться емкость второго на напряжение на втором знаменатель U1 минус U2. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда емкость конденсатора C1 будет равняться посчитав, получаем 10 минус 6 фарад. Переведем в микрофарады. Это 1 микрофарад. Запишем ответ. Емкость первого конденсатора равен 1 микрофарад. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.